Здравствуйте, друзья! У меня сегодня начинается новый проект. Итак, у меня вот белая мононить. У меня есть шелковая мононить, шелковая ниточка, я посмотрю. У меня вот есть бусины 4 миллиметра. У меня есть бирюзовый бисер. У меня есть такие вот бусины райс. Вот. Есть вот такой бисер, я не знаю, понадобится мне или нет. Я посмотрю. Ну, естественно, всякие зажимочки такие вот. Все, что мне нужно будет. Вот. Это они вот такие. Иголка. Иголки 10, номер 10 для бисера. Вот буду плести. Буду плести красивое колье. Вот такой бирюзовый, красивый цвет. Видно, бисер такой бирюзовый. С такими бусинами. Ну вот все. Посмотрю, что будет дальше. Начну плести и буду показывать поэтапно. Девочки, привет! Ну что, последний разочек я показываю, что у меня есть. Вот белый, красивый такой бисер. Бирюзовый я показывала, вот бусины райса, круглые бусины. Я взяла ниточку не для бисера, у меня там была мононить, но я попробую бисерной ниточкой. Думаю, но не знаю, вот эти вот капельки конечные, возьму ли я такие прозрачные или все-таки вот такие, я еще посмотрю. Вот, ну здесь у меня колечки и карабин. Здесь тоже еще у меня колечки, если мне понадобится. А здесь у меня схема, как я буду плести. То есть вот первый ряд, первый и последний ряд, а все остальное будет повторяться со второго ряда. Вот здесь вот у меня схемочка. Если кому-то понадобится, я потом сделаю, скажется. Вот, и плетется это все как бы вот наверх, вниз, наверх, вниз. Вот так. Итак, плести нужно 48 тут цветочков. Я это покажу. Но пока вот я хотела уточнить, что у меня тут есть для начала. Так, друзья, итак, у меня начался вот новый проект, я говорила, все. Вот сюда на салфеточку я высыпала бирюзовый бисер, вот такие вот бусины круглые, 4 вот райс у меня, рисовые, и вот такая вот, тоже вот как бы такая вот блестящая белая, такой блестящий белый бисер. Он блестит, красивый такой. Так, вот у меня иголочка с ниткой для бисера. Я взяла нитку для бисера. И теперь я беру вот такую вот бусину. Не бусину, а этот самый бисер белый. И она получится у нас такая стопорная. Бусина, стопорный вот бисер такой, начало. Я ее завязываю. Не знаю, я первый раз это делаю. Вот, я первый раз плету вообще все это. Я вам рассказывала, что у меня есть схема. Я ее так вот сделала, вот, по мотивам. Что я буду делать, не знаю дальше. Вот, завязала. И будем дальше работать. Будем дальше работать. Я показывала вам. Вот у меня есть капли. Вот есть капли такие. Не знаю, пущу я капли с бисером. Подумаю. Если будут капли вот такого вот оттеночка. Вот, вот как бисер. Не бисер, а жемчужины. Наверное, я возьму такой. Но пока я не видела так капли.
вот с такими дырочками сквозными. Посмотрю. Итак, стопорная ниточка. Дальше у меня есть схемочка вот так. И что я делаю дальше? Я набираю 9 голубого бисера. 9 голубого бисера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот я набрала 9 я набрала, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9. И вот они идут сюда. Ко мне. На начало. Вот. С бисеринкой. С бусиной такой. С бисеринкой, да. Это такой нежный, нежный. Такой вот морской волны. Очень нежный. Так, дальше я набираю белую бисериночку. Так, голубую. Так, голубую и белую. И еще я набираю. Так, нет, что-то я не то сделала. Я же говорю, что я не мастер. Итак. Белая бисериночка, белая. Дальше 3 голубые, 2, 3 голубые, 1 белая, вот 1 голубая, 1 белая. Так. Белые, 3 голубые, 1 белая, 1 голубая, 1 белая. Теперь 4 голубых. 1, 2, 3. Так, 4 голубых. 1 бусину. Одну бусину. Так, теперь 3 бусины. 1, 2, 3. 3 бусины. Опускаем вниз. Вот у нас получилось вот такое вот. Вот начало такое, видите? Вот. Дальше. Ага, видите, как я не приготовила кольцо. Так, одно кольцо. Это мы делаем уже верхушечку, первый ряд. Это будет первый ряд и последний ряд. Вот. Вот у меня двойная. Вот, вот двойное кольцо. Я продеваю его. Это уже для застежки. Так, теперь я прохожу обратно вот в эту белую бусину. Вот так подтягиваю. И получается, что у нас уже вот это уже для застежки. Так, и теперь я набираю 4 круглые бусины. Три. 4.
4 круглые бусины. И прохожу вот в эту первую бусину. И прохожу вот в эту белую бусину перед голубым. Так, подтягиваем. Получается вот такое вот колечко. Получается вот такое вот кольцо уже. О, уже как хорошо получилось. У нас получилось кольцо из 6 бусин. Не считая вот эту. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот такое колечко. Так, 1 бусину, 3 бусины, 4. Все нормально. Так, теперь я дальше набираю 4 голубых и буду плести уже дальше потихонечку. Буду потихонечку показывать, что я буду делать дальше. Итак, у меня вот видите, начинает вырисовываться уже вот рисуночек колье. Вот такие цветочки белые. Вот такие получаются треугольнички у меня. Вот такие цветочки из риса. И вот такие конечные. Вот я думаю, вместо этих вот конечных, может быть, получится вот такая капля. Но не знаю. Пока не знаю. Или такие капли, или другие я возьму. Но очень нежная получается. И так, я еще, руки у меня растут не с того места, поскольку я это делаю первый раз. Вот, и тяжеловато делать. Вот так что приходится вот так практически на салфеточке это делать. Ну вот уже получается. Нежнейшее. Я покажу чуть попозже, поскольку оно очень нежное и тяжело держать пока мне в руках. Я это делаю первый раз. Когда я буду делать уже несколько раз, плести такую вот сеточку, вот тогда уже может быть что-то я покажу. Но я буду показывать немножечко еще, потихонечку, не так быстро. Но что-то я покажу еще. Я сказала, что я буду немножечко показывать, что я буду делать. Итак, вот у меня здесь, вот здесь у меня идет бусина. Вот я стала делать. А здесь у меня вот такие капли. Итак, я покажу, как я делаю капли. Делаю я все вот так вот на салфеточке. Вот такой вот тряпочной салфеточке. Итак, что я делаю? Дальше мне нужно будет набрать один рис. Так, одну вот голубую. Так, одну белую. Так, вот одну белую. 3 голубые я набираю. Вот что-то почему-то бисер голубой. Так, одну белую. Вот. Что-то тут у меня напутала я.
Не то взял, ну ничего. Так. Дальше одно. Белое, четыре голубые. Четыре, две бусины. Прохожу вот в третью. Теперь четыре бусины. Круглые. И уже возвращаемся назад. В первую бусину. Подтягиваем. Так. Четыре, так, четыре голубые. Так, четыре голубые. Одна вот такая белая, одна, так, одна белая, одна голубая, одна белая, еще три голубые. Вот тут вот в белую я прохожу. Так. Так, я беру одну голубую, один рис. Так, одну голубую, один рис, одну голубую, один рис, другой цветочек я делаю, голубую, и вот в эту белую я прохожу здесь. Сложно, видите, как он такой нежный, нежный, тяжело в руках мне держать. Так, так, все подтянуть, подтянула, все разтянуть. Так, теперь поехали уже вот сюда, на вот эти вот капли, да, на капли. Я беру три голубые, три голубые. Мне нужно взять одно белое, это вот по старой схеме, да? Теперь я беру еще две белые. Я беру каплю. И еще одну белую бисеринку. Я ее сюда подтягиваю. Теперь, минуя белую, я возвращаюсь в каплю. Нету. Так. Так, я возвращаюсь вот в каплю. И я что делаю? Я возвращаюсь вот в первую, у меня вот тут бисериночка. Я сзади вперед продеваю. Возвращаюсь сзади вперед. Подтягиваю. Я долго думала, как же это сделать. Вот пришла мысль. Набираю еще две. И вот у меня подтягиваемся. И вот у меня получилась капля.
И дальше все, я иду опять наверх. И так мне нужно сделать 16 капель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 я уже сделала. 6 и еще немножко. И дальше уже буду опять бусинами. Это будет, получается, центр. И уже дальше буду закругляться бусинами. Ну что, все. Вот этот новый мой проект. Очень нежненький, очень красивый. Очень-очень-очень. Вот он вот такой. Вот такой красивый получился. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь.